Осторожно. Ну, Перешагивай, Кать. вылезай теперь. Кать, перешагивай, мило. Ну. Так, ты ее ключи нет? Да, взяла. Видно. Мы мило не можем перешагнуть. Держи. Ну. Мила, мила. Она не подвинется. Ой, а что ты помнишь? Нет, это ты держи, ключи держишь. О, обошли. Хорошо. Милочка, подвинуться надо, подвинуться надо. Подвинуться. Доброе утро. Малышенька. Так, Лаврик уже внизу обувается. Ой, потягуль, потягуль. Ты сейчас упадешь вниз, пожалуйста, смотри. Лаврик, молодец, уже обулся. Проводили. Автобус опять раньше пришел. Сколько сейчас времени? Опять раньше времени пришел. Ну, короче, надо просто раньше. Надо раньше приезжать, да. Ну, у нас новый водитель и новый автобус. Ну, замена, в смысле. Вот. Ах, опять ворот. Все, проводили. Традиция утренняя. Папа несет кота. Ему тяжело подниматься. Папа его заносит. Мультики. Жорики. Мультик смотришь, да, Жора? Так, наш завтрак. Тебе-то куда? Они на желудки на мои идут. Я ем желудочки. Все, у меня вокруг начинается какой-то звезд. Они с ума сходят именно по желудкам. По куриным потрошкам. Пап, давай скорей. Так, у папы поджаренный хлебушек и колбаска. А, ну, может быть, конечно. Не может, только так есть. А у них разве еда не химозная? Нет, они делают из копыта. Да я шучу, рука, шучу. Рога, копыта, хвосты. Перемалываются, да. Потрошка, да. Да, и они начинают с ума сходить. Субпродукты. Субпродукты, да. А, у меня еще абсолютный натюрель. Потому что у меня здесь нет ничего. Они варились просто в воде и чуть-чуть соли. И больше ничего. Даже перца нет. Даже лаврового листика нет. Ничего. И все, они начинают сходить с ума. Ну, я даю. Булочка моя поджаренная, хрустящая. Блинчики с шоколадом, которые ем только я. Ну, я их реально люблю. Одно время их Лаврик ел. Очень прям любил их. Не знаю, то ли переел, то ли что. Кола, салатик. Я ж тебе купила, ты че? Да, я купила. Там где-то стоит. Ага. Но ты ж просила, я тебя купила. Кто тут крадется ко мне? Видите? Ну, я сейчас дам всем по кусочку, не переживайте. Да, они не зря здесь собрались, они тут не просто так, потому что я им всегда даю. Так, друзья, а мы снова едим. Да, мы завтракали, и теперь мы снова едим. У нас обед просто. У нас у папы, посмотрите, вот, вот такую вот фотку надо было вчера сделать, вот такую красивую. А я там курочку себе грею. Мася, все вьется вокруг, пахнет мясом, мясом. Так и правильно, у нас откуда, Масик? Он у нас с Украины, из Киева борщ любит, да? Это у нас в крови. Ого, без сала, без лука, мрет, как муха. Ай, Мася. Да? Это он еще вокруг курицы ходит, у меня там курица греется в микроволновке моей. И вот он еще ждет. Пошла я доставать. Так, друзья, у нас даже собаке досталась малюсенькая вот эта косточка, она страшно счастлива. Вы видели тарелку у Вовы? Он сказал: Лена, я еще хочу борща. Я говорю: Вов, надо, знаешь, как сделать? Я говорю: как я делаю? Вот столько съесть, чтобы больше вообще не хотелось, ну, месяца 3-4. М? Папа, посмотрите. Он занят, все, папа занят, его нет. Я бы так сделала. Потому что когда я в следующий раз приготовлю, Вовик, даже не ждите. Ну, хотя, может быть, конечно. Посмотрите, сосет эту косточку, как чупа-чупс. Все, съела. Там вот такусенькая вообще от ребрышка. Съел. Друзья, я проспала я все-таки сегодня полдня. Реально часа, я не знаю, сколько я спала, наверное, часа 4 я спала. Просто беспробудным сном. Поехала я за детьми. Поэтому что там сегодня днем происходило, не знаю. Пришли девчонки, что-то там обсуждали. Приехал папа его, не было тоже. Никого не было, я пошла спать. И все. Но я выспалась. Я прям чувствую себя хорошо. Ничего себе как дует. Хотя вроде так кажется, немножко так пасмурно даже. Но жарко. На улице 83.
Вот, так что я выспалась, я себя чувствую прекрасно, сейчас заберу детей. А меня просто вот так вот начало просто вырубать, я сидела монтировала, и понимаю, мне до конца монтажа осталось как-то сделать, чтобы... Сейчас я прибавлю температуру, чтобы он так сильно не орал. И я понимаю, что мне осталось до конца монтажа там 10 минут уже видео буквально там, то есть монтажа, ну, минут там, ну, на 20, наверное, осталось. И я понимаю, что я вообще не вижу, я не слышу, что там происходит в видео, я не понимаю, где что надо вырезать, где что прибавить, убавить, где что... И все, я понимаю, что все, Лена, надо уйти и упасть. Я пошла, закрылась, упала, сказала меня не трогать, Вова еще был дома. И все, и потом уже все разъехались куда-то. Потом уже от собаки проснулась, собака загавкала. В общем, все, я выспалась. Чувствую себя прекрасно. Это как получилось еще так, что у меня как-то один заболел ребенок, второй заболел, и что-то эти бесконечные ночи. Я спала, единственное, знаете, когда ночь я спала? На Ки-Весте. Там никто не болел. Все было хорошо, все были здоровы, Лаврик уже выздоровел к тому времени, Катя еще не заболела. И вот это вот единственная ночь была, когда я спала. И вот сегодня я немножечко так себя реанимировала. Все, сейчас забираю детей и едем домой. Давай, давай, да. Я на этой машине не узнал. Привет. У нас наш водитель, что ли, сегодня, наш автобус? Остановилась где надо. Просто у нас новый автобус останавливается не там, а старый там. Давай скорей. И котик бежит. Мама, привет! А кока двигался и двигался. И просто животик мой ударил. Да ты что? Я давай скорее больно. Запрыгивай. Да ты что? Закрывай дверь. Ученики мои. Катя, ты хочешь бассейн? Да. Сейчас Лиза дома, сейчас, может, Лиза с вами сходит, да? Ну что, Кать, все хорошо у тебя? Да. У тебя все хорошо? Да. Ну все, поехали. Так, дети собрались уже в бассейн, едят у меня по куриной ножке, потому что сейчас пока без тарелок, не согласны они садиться полноценно есть, поэтому дала им, всунула, подогрела по куриной ножке, завернула в салфетку, сидят, едят. Давайте, давайте, доедайте скорее. Так, ушли они у меня в бассейн. Разбираю, как всегда, макулатуру. О, что-то очередное красивое и яркое и блестящее. Что это? Так. Ничего себе, мой писит, Юзи. Чего ты там пишет? Это Лаврик. Ой, какая прекрасная принцесса. Какая-то феечка, что ли. Так, что еще они делают? Обводят буквы, обводят предложения, повторяют то же самое. Видите, по буквам обвели предложение и то же самое должны написать, уже не обводя. Так, считают. Короче, считают. Так, пишут, опять же обводят. Дописывают буквы. А что за слово дописывают? Это, видимо, мы, наверное, должна была быть. Так, и такая азы математики. На черепашках считают, сколько точечек, и пишут сколько. Ну, цифрам учат, обучают. 10. Как-то так. Смотреть сегодня что-то Лиза собиралась. Так, Маша кушает борщ и говорит, сегодня хочет сделать шоколадный фонтанчик. Если получится, да. Ну, они как к просмотру фильма. Сегодня что-нибудь будет сладенькое такое на десертик. Ой, как большим пахнет. Нет. Кого нет? Что шоколадный фонтанчик? Понятия не имею, Маша. То, что у нас есть, там малюсенький маршмеллоу. А зачем в шоколад что-то бросать? А, ты имеешь в виду макать что? Ну, маршмеллоу можно помакать, да. Ну, маленькие. На зубочистке можно помакать. Ну, да. А, круассанчики, Маш, круассанчики есть. В морозилке маленькие круассанчики, маленькие. Из бейкери Walmart, они вкусные. Попробуй, будет очень вкусно. Тем более, Лиза у вас точно любит круассаны. Лёва тоже любит.
Можешь достать их заранее. Там две коробки, видишь? Ты обе достань, чтобы они разморозились. Потом засунем обратно, ничего страшного. В общем, будет сегодня у нас шоколадный фонтан. Так, наши гуляют. Я пока занялась монтажом. Лёва играет. Так, Лиза все сокрушалась, что солнца нет. А солнца действительно почему-то нет. И ветер довольно сильный. Но для бассейна самый раз. Так, не жарко, не холодно. Нет, жарко. Жарко, но не палящее солнце. Лиза, по-моему, вообще там в тенечке села. А малышня моя прыгает в бассейн. Ну ладно, погуляют. Цветочки мои растут. Все хорошо. Им здесь прямо климат-климат. В общем, пусть растут. У Машки же день рождения скоро. И у нее ожидается сюрприз. Но сюрприз так себе, потому что уже Лёва сейчас сказанул. Лиза. Я не знаю, что за сюрприз. Я сказала, просто не говори мне. Да, а Маша просто просит. Ну, ты уже сказала, спасибо тебе. Не говори ребятам, что я знаю, Лев. Это будет грубо. Ну, не то, что... Ну, Лиза как бы с другой целью рассказала. Там нужно было время согласовать. А так про сам сюрприз Маша ничего не знает. Мы просто согласовывали там по времени, когда Маше удобно, когда у нее есть время. Ты перенесла свой экзамен, да, с дня рождения на другой день? Да? Потому что у папы все забито с машиной. Да, я знаю. И ты, получается, первого сдаешь. Не второго? Не в день рождения? Нет. А когда? Экзамен по мотоциклу? Я про мотоцикл, да? Да. Не-не-не, только в воскресенье, может, подсечь в воскресенье. А, через неделю? Да. То есть, все, поняла тебя. Короче, откладывается наш экзамен. Ну и хорошо, что в день рождения-то? Если еще, не дай бог, не сдашь, так вообще расстроишься. Зачем оно? Не сдашь, думаешь? Ты прям сразу настроена, что нет? Да нет. Я настроена нормально, но там, понимаешь, я была единственная в классе, кто не умел кататься, кто впервые на байке. Угу. А все остальные катались раньше. И у половины есть даже мотоциклы, они приезжают туда. А, все, да? У них просто лайсенс нету. Угу. И только четверо из 10 человек сдали, когда я уехала. О, да ты что, даже те, кто катались уже? Я поэтому и говорю. Офигеть. Папа, только что там мало. То есть ты поэтому уверена, что ты не сдашь, да? Не, ну может быть, конечно. А папа говорил, сложная сдача, прям сама сдача? Ну, наверное, не знаю. Просто типа... Один раз уронишь байк, все. А это пока раз уронила. Уронишь, в смысле, упадешь с него? Ну, упадешь, это понятно. А уронишь, ну, в плане, ты знаешь, ты стоишь, он падает, а ты ничего сделать не можешь. Угу. А ты как падаешь? Не больно? Ты я не падаю, всего лишь нет, он у меня падает. Ну, типа, я стою, угу. И он падает. А он тяжелый, я не могу его поднять. А, ты его удержать не можешь просто. Из-за того, что он просто большой и тяжелый. А остальные да. Почему не могли удержать? Тоже они маленькие, как ты? Нет, они могли удержать. Просто кто-то не знал, потому что он линию, как чипа через линию. А, пересек? Да. Угу. Ну, может, сдашь, что? Ну, все равно сходить надо, Маш. Ну, не сдашь, пересдашь, нет, господи. Нет, я-то точно пойду. Конечно. Это прикольно. Конечно. Я знаю, что я не сдам, но я пойду. Обязательно, да. Чего сидеть, трусить? Конечно, сходи. И будешь знать хотя бы, как это сдача. Ты же на сдаче еще не была. Чтобы на следующий раз уже, если не сдашь, то уже будешь знать все и уже будет легче сдать. Со второго-то раза, поди, все сдают. Как с вождением. Первый раз просто не знаешь, со второго раз. Ну, и понятно, я тоже с первого сдала. Ну, просто, ты же все равно уже в курсе, знаешь уже, как это проходит. Уже легче. Те же самые экзаменаторы, тот же байк, та же площадка. Чего не сдать? Сдашь, конечно. Мила, ты все караулишь. Вдруг Маша чего уронит? Слушай, вообще у собаки насыщения нету. Вообще. Так, пловцы мои пришли. Искупаны, чистые, мокрые, замерзшие. Сидят под одеялами. Спокойные. Как удавы просто. Абсолютно. Включила им, конечно же, мультики. Но мультики пока никого не интересуют. Добрались до айпэдов. Весь день без айпэда. Сейчас абсолютно спокойные, уставшие, вымотанные. Катя, так идут эти наушники. Да, сейчас дам кофетку. Поели уже.
Так, друзья, сейчас монтирую видео, где папа с Машей ездили на стрельбище. Здесь пришлось очень много вырезать. У них видео было гораздо длиннее, но я здесь написала, что пришлось много вырезать. И вот Маша сейчас рассказывает еще подробности. Здесь папа не заснял, как... Это Лаврика, Лаврика читать. Не заснял, Маша его спрашивает. Ну, в общем, здесь ее хвалили, и папа это не заснял. Вот это как раз зря он не заснял. Он, что он тебя хвалил? Он потому что не слушал. Папа не слушал? Пуля взлетела. Я когда стреляю, у тебя пули старые вылетают, которые уже отделаны. А когда ты стреляешь, у тебя взрыв происходит внутри, и она нагревается. И из-за того, что я стрельнула, и одна из пуль вылетела, а там нельзя без команды ничего не что-то делать. Типа ты даже курок нажимаешь по команде и отпускаешь тоже по команде. То есть там настолько все. И я стою, а со мной рядом в паре женщин, которая очень тупит. И я стою, и я понимаю, что мы только в начале, еще там 6 пуль нужно выстрелить. И одна из пуль вылетает мне в вырез в спортивный топик. А она горячая, и она у меня все там просто палила. И я стою, я весь мир обматерила, я стою. Ну я типа, знаешь, я не показала, а этот видит, этот командир, он видит это. И он просто продолжает, мы продолжаем стрелять. И когда мы только выстрелили, тогда я вытащила пулю. И он довидался. Да, меня так хлопало, такая, ты молодец, так отца держался. Так, спасибо. И под конец он меня похвалил, что типа, вот это, отец может гордиться дочерью, она Он не заснял, жалко. И это. Терпит, и типа воин. Выносливая, да. Все, да. Я там сказала, что мы с ними познакомились. Там был чувак, который с командиром тренировался. Мы что-то про джин там разговаривали. Ему сколько, я не знаю, сколько. Ну, инструктор? Один из них. Инструктор. Инструктор, да, один из них. Очень классный человек. Да они все там в армии по 20 лет были. Там очень классные люди. Ну, вот. Тебе понравилось, ты довольна. Да, да, да. Я бы хотела вступить в это, Brotherhood. Это там, где... Типа, ну, типа, там, где на уровне больше. В смысле, следующий курс просто? Следующий курс. Это не курс, это когда ты уже просто в этой команде тренируешься по, не знаю, раз в две недели, наверное. Чтобы следующий сертификат получить там, уже? Нет, сертификат у меня уже есть. Там просто, типа... Более интересные, это, типа, в живом мире, типа, допустим, ты что-то... А, уже какие-то, типа, препятствия, да, уже, не просто... Да, да, Круто. Ну, почему нет? Что потом нужно? Потом будет help нужно. Потом тебе нужна будет помощь. Потом, говорит, мне нужно будет help. Так, мы разукрашиваем все листочки за март. Мы, конечно же, тут прошляпили. Несколько штук. Ну, можно все уже надо разукрасить, Лаврюш. Сегодня у нас 30-е, завтра уже 31-е. Все полностью нужно разукрасить. Говорит, потом, говорит, мне нужна будет помощь. Взяла зеленые, коричневые, разукрашивать так и почитать. Еще нам нужно книжку почитать, слова почитать, я их показывала. Книжку почитать, вот такую вот. Им каждый день разные дают. Конечно, все почитаем. Давай, разукрашивай листочки, будем читать. Котик наш. Китя. Белочка. Лиза попросила ее не трогать. Она в одиночестве. Хочет посмотреть мультик. Я за скотчем пришла. Это мне нужно заклеить. Иду, Лавруша. Какой лев? Король лев опять? Ну, либо король лев, либо лев стоит. Ага. Кайф? Никого нет? Кайф, да? Да. Ну, давай, пошла ее укладывать. Мы там еще уроки поделаем. Так, мне нужен... Ну, там, почитать и нарисовать. Там чуть-чуть. А, что ты меня звал? Маме нужно помочь. Тебе нужно помочь, окей, сейчас поможем. Давай, вдвоем будем рисовать, да? Вот так вот я решила заклеить. Я, правда, уже раньше клеила. Ну, куда-то делся этот скотч. То через эту дыру туда ящерица пролезет. Так, тебе нужна хелп. Ну, давай. Давай, мне тоже тогда зеленый, и да? И даже пауки. Даже и пауки могут тоже могут пролезть, да. Давай, мне тоже зеленый, и погнали. Да, говорит, может пролезть кто? Большой? Да. Большой дрэгон, говорит, может пролезть. Я говорю, игуана, что ли? Да, говорит, игуана. Потому что он может... Потому что он может... Разорвать, да, все, да, и пролезть. Да, потому что если он увидит тыкву, то он может... Пролезть, разорвать? Может зашивать, да. Только на тыкву, а не на фу. В дырку, да, все правильно. В общем, все, заклеили. Ну, мам, так себе. Помоги. Да я помогаю, да, давай. Так, пришел папа.
А еще одну купил? Зачем? Это я купила, Лиза, это не надо. Это папа купил. А, ты сейчас купил еще одну? Так, папа тесто купил. О, в новых пакетиках тесто продается. 3.39, как всегда, дрожжевое тесто и... Что? Начал. А, Лёва, да. А, и Тамаша. Колбаска. Тамаша. Да. Папа пришел. А, все санузлы заняты. Спасибо, Лизочка, тебе большое. Ой, мило, ой, мило, ой, мило. The city lights will then remain.